Пятничный рабочий день для клерков ивановских администраций и правительства начался с эвакуации. Около 9 часов утра на пульт дежурного поступил сигнал о срабатывании пожарной сигнализации в здании по адресу Шереметьевский проспект 1, в котором располагаются департамент здравоохранения региона и несколько управлений и комитетов мэрии. Прибывшие на место сотрудники МЧС возгорания не обнаружили. Причиной задымления в коридорах стало короткое замыкание в шахте лифта. Из здания было эвакуировано 150 человек. Они были размещены в соседнем здании по адресу площадь Революции, дом 1. Всего к ликвидации происшествия привлекалось от МЧС России 19 человек личного состава и 6 единиц техники.